Военно-историческое общество из города Видное представило в Барвихе экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Здесь выставлена техника военных лет, оружие и предметы быта. Здесь организована выставка, экспозиция минометной позиции, пулеметная. Значит, мы также занимаемся поиском, соответственно, мы находим какие-то всякие части оружия, мины и так далее, да, и тоже вот выставляем экспозиции копанных вещей, то есть это всякие кейсы, диски, части, фрагменты оружия, все обезврежено и не стреляет уже точно, вот столько времени прошло, и экспозиции личных вещей. Вот. А так как мы участвуем еще в реконструкциях, да, занимаемся этим видом деятельности, у нас еще имеется оружие, которое применялось в Великой Отечественной войне. Гостям выставки не только рассказывают об экспонатах, практически все, что представлено на экспозиции, можно подержать в руках. Интерактивность больше всего привлекает детей. Они могут подолгу гулять в выставочном зале, разглядывая каждый артефакт. В первую очередь это память. Память, которую мы, дань памяти мы должны отдавать и должны своих детей учить этому, чтобы они потом могли то же самое, все эти чувства передать своим детям, то есть новому поколению. Я считаю, что это нужно воспитывать с дошкольного возраста. Выставка будет работать до 10 мая, после чего экспонаты отправятся в Видное, а далее в другие города Подмосковья. А пока у жителей Одинцовского района есть уникальная возможность не только бесплатно посетить экспозицию, но и прокатиться на полуторке или другой военной технике. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».